Серьезное ДТП произошло минувшей ночью в центре Барнаула. Водитель Митсубиши, находясь в нетрезвом состоянии, пытался скрыться от экипажа ДПС. Не справившись с управлением, на большой скорости легковушка протаранила сразу несколько автомобилей на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. Удар был настолько сильным, что машина разбросала на десятки метров, оставив повсюду битое стекло и детали от кузова. В результате ДТП пострадали две девушки и мужчина, который пытался уйти от преследования. Виновника происшествия, у которого, к слову, не оказалось при себе документов, госпитализировали с травмой головы, а его пассажира доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Девушкам, чьи машины также пострадали в ДТП, госпитализация не потребовалась.